Гаврилка, там снег, да, счищают с крыши? Снег сбивает. Да? Снег с крыши счищают, сосульки сбивают. Я тогда у меня открывала этот ящик. У меня же два ящика для живописи. Маленькие. Только там осталось старых красок, еще снимать для школы. Поль, давай прямо сейчас видео запишем? А, ладно, хорошо. Давай. Прям с твоими старыми красками. Ну, теперь не закрывается. Я так стала. Вот. Я хотела сказать, что я очень тронута тем, что многие попросили меня рассказать немного о моем творчестве тоже. Он не хочет говорить. Вот. И что-то о моих картинах, потому что я не могу именно с Гаврилом взаимодействовать в музыкальном плане так сильно, потому что я уже разучилась играть на фортепиано, к сожалению, но вот из тех увлечений, которые мне нравятся, я могу это как-то показывать и дарить свою любовь, это как раз-таки живопись. Вот. У меня получилось так, что на самом деле я не так далека от музыкальной сферы, потому что я отучилась в музыкалке лет 6, наверное, или 7, я не помню. Я ушла, когда мне оставалось буквально ничего, потому что я абсолютно не смогла сдать экзамен по фортепиано из-за того, что готовилась к поступлению в художественный лицей при Академии художеств. И вот так я, собственно, вылетела, но не была сильно этим огорчена и продолжила заниматься живописью. Вот. И сейчас я, собственно, и учусь в Академии художеств, но не на живописца, как хотели многие мои одноклассники в лицее, они абсолютно замечательно рисуют, то есть я когда пришла в лицей, я на них смотрю и такая: вау, ребята, это просто, почему в музее висит то же самое, что рисуете вы? И в итоге я поняла, что на живописца это прям вот огромный труд, который меня очень восхищает, но я бы не смогла. Это то же самое, как, не знаю, идти на пианиста в консерваторию. Это ужасный труд, который просто только на вдохновение можно. Поэтому я выбрала то, что мне чуть более ближе, и я... Туля, не можешь залезть? Нормально. Хорошо, если что, я ему помогу. Который мне чуть больше ближе, это теория истории искусств. Я учусь на искусствоведа. Вот. Я сейчас на первом курсе, и сейчас это немного стопнуло мой процесс в рисовании, потому что действительно это отнимает много времени, это большой теоретический труд, потому что ты должен прочитать очень много предметной литературы, мы пишем там по две курсовые в год и так далее. Но, тем не менее, мне бы хотелось иногда к рисованию возвращаться, потому что это, можно сказать, как отдых души. Гаврил. Пошел картины перебирать. Да. Вот. И поэтому я иногда этим занимаюсь просто для души. И пишу не только масло, но... Садись ко мне на колени. Давай, Поль. Но и создаю какой-то цифровой контент. Тебе прям надо непременно сейчас общаться. А, он разговаривает с нами. Смотри, что он принес, кофту принес. Да, кофту принес. Я как раз начала говорить. Допустим, я создала вот арт с Гаврилом, который стал, конечно, всего лишь в двух экземплярах, но можно сказать, при чем. И это папина худи, а у Гаврила это была футболка. И он в этой футболке даже был на одной из телепередач первых, куда его приглашали, когда он, конечно, поменьше был. Вот. И... Это Поле на полтора года Гаврилке подарила. Да, на полтора года, можно сказать, да. Он такой совсем кроху был. Поехали в Москву первый раз на съемки. Это было интересно очень. И я, как бы, можно сказать, всю жизнь рисую свою маму, потому что она мне всегда казалась очень красивой, но при этом я с технической точки зрения понимаю, что почему-то мне было ее сложно нарисовать всегда. То есть кого-то полегче, а маму прям сложно, я не попадала.
Поэтому у меня есть какие-то портреты, которые я писала там в 13 лет. И вот сейчас я даже сняла со стены, специально для этого она у нас висит в гостиной, может, кто-то видел. Это в 16 лет я написала, если я не ошибаюсь, вроде 16. Ну да, это было 2 года назад, тут Гаврилке 2 месяца. Или в 15. Да, в 15. А, да, получается, да. Ну, не так важно. И тут Гаврил совсем маленький, получается, да. Да, это ты на 1 месяц, ему был 1 месяц, ты подарила такой, да, портрет. И в итоге она сейчас висит у нас на стене. И в том числе я редко рисую, на самом деле. У многих художников, которые именно занимаются этим более глубоко, профессионально, естественно, у них гораздо больше работ. Я признаю, что... Чтобы наработать какой-то прям очень хороший навык, нужно гораздо больше практиковаться. Но из-за того, что я учусь на историка искусств, я могу вполне себе называть себя дилетантом и жить счастливо, и творить, когда мне захочется. Я дарила картины, что-то висит сейчас у родственников в других городах. Вот несколько натюрмортов, которые я дарила. И сейчас, так, в виде эксперимента я решила попробовать как-то продать пару моих картин. И поэтому сейчас вот 2 из них, они тоже здесь, 2 из них — это июнь и встреча. Я вот так вот ее вытащу, чтобы она не поломала такую грунду. Вот. Подождите, можно я это покажу? Это у нас мужик в окне счищает сосульки. Вот так вот. Лопаты. Ужас. Несанкционирована съемка. Да, это у нас вот так вот. Можно увидеть человека с лопатой за окном. Но у нас столько снега навалило, что вот он счищает его. Да. Смотри, не испугай его, он сейчас обернется, а ты с камерой тут стоишь. Не говори. Ну что, даже неприлично. Нормально. Ну интересно же. Ты сидишь на 6-м этаже и вдруг видишь в окне мужика. Ну ладно. Это забавно. Все. Все. Вот. И из-за того, что вот эти 2 картины, они мне очень дороги, я из-за этого решила не просто как-то их показать, но и рассказать немного о них. Поэтому у каждой из них, что у июня, что у встречи, есть души. Это души этих картин, где... написано вообще что-то о них, о том, про что они и какую эмоцию вызывают лично у меня. То есть это такие, можно сказать, карточки, которые я решила назвать душами, потому что для меня это правда так, это не просто что-то информационное, чтобы там понять. Ну, по-моему, многое можно понять и так, просто смотря на произведение. И, конечно, многие увидят свое, и у каждого своя будет какая-то ассоциация, но о том, что они значат для меня, я вот решила рассказать. Что еще могу сказать? Я, вот как я и говорила, я не только пишу маслом, но и создаю более цифровые вещи. Я много практиковалась какое-то время в артах на компьютере, поэтому у меня был опыт, что я рисовала несколько обложек для песен, которые Ксюта писала для себя и что-то выкладывала. И сейчас она дописывает песню, для которой я тоже нарисовала обложку, и они будут ее куда-то выкладывать на какие-то, возможно, стриминговые платформы, чтобы как-то набирать более-менее голоса, что-то там они придумали. Короче, это тоже интересная для меня вещь, потому что
все очень непредсказуемо в интернете, и если многим людям понравилась песня, то это было бы в том числе и мое достижение отчасти, потому что моя сделанная мной обложка бы висела на этой песне. Так что вот это мне тоже интересно. И в основном я рисую просто потому, что я хочу, и из-за того, что я пошла в высшем образовании на более теоретические какие-то углубления, я как раз избавилась от того, что мне нужно много рисовать не только для себя, но и для того, чтобы нарабатывать навыки, для того, чтобы отрабатывать учебную программу. И у меня в итоге осталось только то, что хочу я, и поэтому я рисую по многому свои впечатления, выражаю любовь людям, которых хочу нарисовать. Вот. Так что я рада, что в итоге так все случилось. И хочу скоро написать новую картину, как только более или менее разберусь с сессией и все такое. Спасибо, Пелагейка. Пелагейшка, слушай, еще точно будут спрашивать, все время спрашивают про платье, про одежду. Я точно знаю, это... что и тут спросят, да. Ну и про это вообще много про одежду. Ну расскажи про это платье, что это, откуда? Про это платье могу сказать, что оно мне досталось от мамы. Потому что она в какой-то момент вдохновилась. Что? Не знаю. Но я думала, ты как-то расскажешь уже как про свое. Ну ладно. Ну а почему бы нет? Это очень мило. Я горжусь тем, что могу какие-то твои вещи потом просто переначивать на себя, потому что для меня они все равно значат немного другое и по-другому смотрятся. По-моему, это ценно, я этого не стыжусь. Что? Да нет, все хорошо. И она вдохновилась образом из фильма «Война и мир», где это было домашнее платье Наташи Ростовой. Вот. И нам сшил хороший знакомый нашей семьи, которая шила и для фильма, в том числе, Люба Воробьёва. Вот. И она воплотила этот образ, и, как по мне, он получился очень нежным и при этом простым. Спасибо большое. Ну все, прощаюсь я, наверное, передаю всем привет. Как-то же надо всем подписчикам говорила. Как-то надо завершить. Да. Ну и всем, кто просто зашел. Тоже. Всем хорошего дня. Да. Спасибо. Спасибо.